камера, она же стоит. Я тебе говорю. Ну, я так скажу. Знаешь, там, 30. А, у меня самого есть тоже. Зеби. Не помогает. Now brew. Если ты идет, то это надолго. Если ты идет, то это надолго. Зебо. Начер. Еще франц. Если моя студия. Но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили. Будет ты весело наверняка. И за леса хлопочет кусоки. Там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки. Превратимы и вот охота на волков идет охота. Этих хищников пойдет хищников. И же загонщики делают псы до работы. Сыгу и пятокрасные флажков. Не нырявых играют с волками. И я гляну, не дрогнет рука. Обложили свободу флажками. Будет весело наверняка. Ножи, когти и челюсти быстры. Почему же вожак не ответ? Мы отрёвленно мчимся на выстрел. Не пробуем через запрет. А Бог не может, не должен иначе. Видно в детстве слепые щенки. Мы волчата создали волчицу и сосали нельзя за плачки. И вот охота на волков идет охота. Хищников, матерых хищников. Крыша загонщики делают псы для работы. Только снегу и пятокрасные флажков. Но я из повиновения вышел. Да жизнь я на вид сильней. Только сзади я радостно наслышал изумленные крики людей. И вот охота на волков идет охота. Да хищников, матеров и щенков. Еще загонщики делают псы на козы. И пятокрасные флажки. Взял я из всех сухожилий. Но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили. Но остались ни с чем, как я. И вот охота на волков идет охота. Для хищников, матерых и щенков. Лишь это гонщик и делает псы до работы. Вот из игру и пятокрасные флажки. Как-то так. Как?
Сергей Местников? Привет. Я лошадку глажу. Ja paņem kāds vēstuli un zinu, ka 17. gadā latvieši pie Juglas pieturēja mazliet vācieši, ja nevaldos Zemkalas divīziju, tad tur apmēram kā 3000 latvieši dabūja jūra krusts un tie visi dabūja lentītes. Pirmā pasaules kara latviešu strēliekiem tie bija visbagātākie jūra lentīši nesāja un divīzija. Zebo, načur, iesim mājā. Сейчас очень занято. А я хочу поесть, можно? Мне дико неудобно говорить с тобой. Давай, поешь. Я нашел, как писать телефон, ты слышишь? Я не могу.
Алло. Теперь да, привезли его, если там для нас. Нет, конечно, без жены увезли. А скажи, здесь весь астракор, третий, только сама уже. Я подумал, когда первого. Ну, конечно, не жалей. Зачем, ну поляна? Да. А я же не по дому не катаюсь. Друг, ты вот эти поты, ты лобак, понимаешь? Размер лошадки на том комнате не месяца. Все будет хорошо, позвони менеджеру, скажи, что ты сделала. Харли! Ой! Нет, прямо сейчас. Сразу. Вот так? Сделай. Сейчас телефон положим, поставлю. О, поставил, нормально. Слышно меня? Пожалуйста. Все, может, решить погода. Смотри, прикольный слазь. Где же он на работе? Кассу посчитай. Пересчитай кассу. А кто это сделал? Сам опять, сам пробился? Возможно, ты не все помнишь. Ой, вот еще я момент, я. Вот ты с ними те же самые фирмы, я. Тома, с тобой сами послал сами с Европой, я. Это ж не бар, воды, лед дал. Тас дал контор, так, я. Атрак собак дал, потому что там тоже квартал. Ну, он тебя пробился, он тебя в кармане. Позвони менеджеру, скажи, что у тебя пробился такой человек, что делает. Потом, когда он